Ну что ж, посмотрим сегодня самый первый Диснейленд. По нему ездят самые разные машинки, на которых можно кататься бесплатно. Там стоит желтая, сейчас здесь проезжал двухэтажный автобус открытый, классно. Это вот типа пожарные машинки. Можно садиться, спокойно кататься по Диснейленду. И, кстати, вот самые первые трамваи на лошадиной тяге. Все это абсолютно бесплатно. Платишь за вход. Так же, как и аттракционы. Платишь только за вход, и потом катаешься, если достаешь в очереди. Поехали мы на автобусе, покатаемся двухэтажном. And they move to Mr. Lincoln at the Disneyland store or here in the Opera House. Five others inside, starring Mickey, Minnie, Donald, Pluto, and Goofy. Oh, and glorious, black and white. Open right now for hot dogs, chili dogs, riding on the Omnibus. Поскакали! Даже утка пришла в Диснейленд. А ты все по-прежнему сидишь дома. Ты смотришь каких-то непонятных блогеров вместо того, чтобы путешествовать. Пойдем посмотрим. Индиану Джонс хочу занять. А, очередь. Пока девчонки на каруселях катаются. Короче, Индиана Джонс закрыт. Стоит персонал. Никого не пускает. Говорит, какой-то emergency. Что-то произошло на аттракционе. Но рядом работают речные приключения, так называемые. В общем, я тут. Сказали, что, возможно, Индиана откроется минут через 40. Возможно. Подожду, пока девчонки там. Если что, поедем по речным покатаемся. Сейчас поплывем на таких корабликах по джунглям. Погнали! Конечно, настоящий! Это же Диснейленд, здесь волшебство! Настоящие джунгли! Как на Гавайях, доча? О, попугаи! И дождь прошел! О, змея, да, кобра. Ага. О, кобры, смотри, какие большие крокодилы. Смотри, тигр. О, крокодил.
starts way. We're moving on into our elephant pool now. Крокодил! Видел, вон лежит крокодил. Обалдеть, слоненок, смотри, под водопадом. Ему там надо. Конечно, ему не жарко, ему там хорошо. Я тоже. Какой большой слон. Look up on the left hand side, that's a bull elephant. You can tell an African bull elephant by large tusks. Ой, здесь слоны. Very rare animal, so you'll never see one of those again. That's an aardvark. Anybody ever seen an aardvark before? Вот это уточки вот тут лежат. На нас смотрят. Да. Зебры, жирафы. Да. Вот смотри, львы внутри. Львы внутри, вон. О! Носорог. Спрятались от носорога. Take this next turn nice and slow. Бегемоты! Бегемоты! Бегемоты, да. Бегемоты! Бегемоты! Ушками шевелят. О, какая пасть у него. Ой, он стреляет. Отгоняет бегемотов от нас. Сейчас под водопадом поплывем. Вау! Вау! Супер! Кайф! Кого-то съели. Ой-ой-ой, что-то там бурлит. О! Ой-ой-ой-ой, пираньи! Пираньи повыпрыгивают. Ага! Удав такой здоровый! Я на фондах!
sure what the monkey's going for. It's a mayor. Да, дерутся, забирают друг у друга. Водой обдал нас. Домик Тома Сойера. Ты можешь вот так поплавать на такой байдарке деревянной и сам погребси, а вокруг корабль плавает по этому водоему. А мы сейчас хотим прокатиться на железной дороге диснейлендовской, старой, тоже аттракцион, один из самых первых. Несколько аттракционов типа Индиана Джонс, Пираты Карибского моря закрыто. Сказали, что у них что-то там emergency случилось, что-то произошло. И до сих пор не открывается. New Orleans Square. Что, поехали в Новый Орлеан? В столицу джаза. О, настоящий паровой. Это же один из первых, да, аттракционов здесь? В 55-м году все запущено было. Но он реально паровой, он не электрический. У него он жар идет сверху. To ensure a safe ride, stay seated with your hands, arms, feet, and legs inside the train. And please watch your kids. Сейчас в туннеле поедем, доча. Смотри, вот, вот. Вау. Да, здесь когда-то золото добывали, ты права. О, индеец. Караби. Да. Пиратский. Там индейцы. Дом индейский. Да, это золото добытчиков. А сзади водопад. Of course, some of those dreams and the story. На нас напали, убивают машиниста, грабят почтовый вагон. Две минуты пробка. Мы решили выйти с этого поезда, погулять, а на следующем дальше поехать. Кстати, так можно делать. От остановки до остановки ездишь. Поезда, это все бесплатно. Это все включено в стоимость билета. Кататься по плейсам. На поезде от станции до станции. Закрыт домик Микки Маусов. Ну, мы просто погуляем. Красота такая. Выезжаем. Комиссия там стоит, что-то проверяет. Работоспособность, видать, аттракциона. Так, ну пойдемте. Ага. Здравствуйте.
Да, час 30. А, это время показывает, да? Это час 30 сейчас. Прикольно. Это часы, оказывается, все. Прикольно. Так, это все, все, хоп, закрылись и через все. Через полчаса еще будут. Ну, прикольно. Сейчас поедем по скале кататься. Оп. Сейчас туда поедем. Ох, не знаю, не знаю, на чем мы согласились. Руки не поднимаем, держись за эту штуку. Вот у тебя ручки сбоку, вот здесь держись. Сейчас держимся, еще водичка будет! Йо-хо! Вау! Не надо было сюда заходить? Страшно? She's 5 years old today. It's your birthday? Yeah. Oh, happy birthday, 5. You're a whole handful now. Yeah. You're growing up too fast. You got to come to Neverland and then you just stop growing up. Thank you. Oh, обнимись. Thank you. Thank you. Happy birthday. Thank you, thank you. Bye-bye. Sorry, we have a sign from Chip. Can you sign from Dale? Thank you so much. Забирай. С поцелуем. Thank you. Bye-bye. С настоящими моторчиками машинки. Выхлопом тянет, реально с двигателями, не электрические.
поехали, покатаемся на монорельсе. 61-го года это монорельсовая дорога. Вагоны, конечно, современные, а дорога старая. Да, мы едем вокруг Диснейленда. Из лего, салон лего. И дракон наверху тоже из лего. Ковер самолет и Аладдин и Джин, короче. И девчонка Аладдина, все из лего. И вон тот дракон из лего. Немо аквариум. Все из лего, на второй этаж не поднимешься, сейчас закрыто, к сожалению. А вот наборчик продается, а нет, кончились. А так, этот можно собрать полностью, этот магазин, в котором мы сейчас находимся. С монорельсом. Классно. Но их нету сейчас в наличии. Поэтому цены нету. Но с учетом того, что вот это 10 баксов стоит. Я думаю, ну это баксов 50 будет стоить. Вау. 160 баксов космолет стоит. Робот 200. А этот 800. 800 бакинских убитых комиссаров. Блин. За конструктор. О май гад, был Герман. Оптимус Прайм. Делориан. Прикольно. Все из лего. Мы только из ресторана вышли, только наелись. А это из яблок делали? Это яблоки так обрабатывали? Обрабатывали шоколадом, чтоб не испортились. Мы тут нашли Старбачелски. Налопались. А, вон он, кстати. Сейчас возьмем по кофе и идем дальше. Мы пришли по пасу, по сокращенной линии. На Звездные войны. А, если без паса, там очередь 2 часа. Сейчас девочки коляску поставят. И пойдем. Звездные войны. Это тоже очень старый такой аттракцион. Конечно, 50-х годов. Но он очень популярный в этом Диснейленде. Пас стоит на весь день, на одного человека 20 баксов. Ты там можешь по времени выбирать, а какие, вернее, уже есть к этому моменту свободные окна. По пасам заходить. Даже с пасом, видите, очередь. Но, тем не менее, это тут немного. Это не 2 часа. Больше 2 часов там показывает.
стоять в очереди. Там реально гигантская очередь сюда попасть. Ты 20 баксов заплатил, повыбирал свободные окна. Какие есть на свои аттракционы, на какие хочешь. И приходишь к этому времени, сканируешь приложуху и заходишь. Стоишь в очереди, потом попадаешь вот в такой бункер. Кстати, вот это я удивлен был, но это реально камень. А это там не папье-маше, не там пластик какой-то. Это в камне сделано. Да. Вау. The crews, thank you for joining the cause. A covert resistance team led by my friend Finn has infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. Your outpost on Batuu is no longer safe. We have transports waiting to take you to General Organa's secret base on Pokhara. I'll regroup with you there. The resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First Order. Is ready. Nine Nam and I shall personally see them delivered. Thank you, Lieutenant. Welcome to the cause. May the Force be with us. Commander Paul Tamron and a squadron of X-Wings shall escort us to the rendezvous point on Pokhara. Roger, this is Black Leader. Убегаем, убегаем, убегаем. Бегом, 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 бегом. Deck is in motion. Recruit crossing to transport. О, моторы заработали, смотри. Я думаю, что здесь сейчас надо будет держаться. Держитесь, пилоты. Чувак спрятался, он, видать, знает, что будет. Нет. Положи, Аганесин. Thank you, Nightmare. Black Leader, are you and your team ready? Affirmative, engines are up. Red 2, we'll fire, report. Red 2, check. Ordered. This is TR-141. We are a civilian vessel. By whose authority are we being detained? By the authority of the First Order, Resistance Scum. Now bring down your shields and prepare to be boarded. Help, we get there. They'll want the location of our secret base. Tell them nothing. The future of the Resistance is at stake. I have a bad feeling about this. Stand back from those doors. Держись. А, нифига себе. Ту же дверь, уже совсем другое. Prepare for interrogation. I want everyone off this ship. That means now. Пойдем. Вау. Мы же в эту же дверь заходили. Нифига не понял. Как так? Вау! Вау! Ну круто, что сказать, круто. Круто сделано. Круто сделано. Я думал, это роботы, а это живые люди, видать, стоят. Или это роботы? Нифига не понял. Ну, классно сделано. Я думал, поручни стоять, что сейчас трясти будет, там всяко разное крутить. А за...
народу сколько. Я не знаю, это что, уже выход или что это? Или это продолжение банкета? Ну, мы тут в космолете застряли в очереди. Это, похоже, еще не конец. Космические рейнджеры там стоят, что-то руководят операцией этой. Ну что ж, таков путь. Стоим. Что-то разделили, встали по разные стороны. Окей, thank you. Yep. Что-то в линию выстраиваемся. Да я не понял. Да нет, просто стоим. Вот так. Короче, должны встать на специальных отметках. Там уже допрос ведется, где она купила такие симпатичные ушки. Wow. And gray. Смотри наверху. Leave us. Yes, General. Enemies of the First Order. We will soon snuff out your meager resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. The resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. We are needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. Не бойся, мы с тобой. Пусть бежит. Бегом убегать. Ребенок отсюда. Пришли. Но вот здесь мы походу попали. Нас пристегнули. Все серьезно, даже шапку попросили убрать. Окей. Take this corridor to the turbo lift. Then head down to the escape pod base. Those droids are programmed to return you to Batuu. Hurry and don't get caught. Lieutenant Beck will guide you. Recruits, for your safety, wow. With seatbelts securely fastened, keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good. Now get to move on. There's a clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right. Wow. Probe droid. You're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, it goes to the prisoner. You're a Marine
Что сказать? Мы в шоке сидим. Мы не знали, мы ни видео не смотрели, ничего. Мы знали, что это один из самых, наверное, популярных. Я не знаю, один из самых популярных. И что настолько крутой. Мы даже представить себе не могли. Это реально очень круто. Просто невероятно круто, как это все сделано. Это еще не все, судя по всему. Great job, recruits. Thanks to your heroism, the location of the resistance base is secure. Bravo! Yes, R5, you too. Вау! Мы в шоке. Если будет возможность, по-любому берите пасы, по-любому идите. Вы можете пропустить весь день, но здесь вы побыть обязаны. В Диснейленде, в Калифорнии, в Галакси, в этом. Блин, у меня аж эмоции зашкаливают. Фух. Даже если мы сегодня больше никуда не попадем, мы уже увидели столько, что эмоций хватит, просто капец.
сделано невероятно круто. На выходе можно мерчик прикупить, касочку, одежду. Ну, круто, чё? Круто, классно. Кружки. Интересно, почём колпак? Что-то цены нету. Сейчас спрошу. Excuse me. How much is it? Those ones are 64. Okay, thank you. 64 бакса. Если кому надо. О, прикольно. Не, ну, ребята, я не фанат. Мы смотрели почти все части «Звездных войнов». Мы не фанаты. Просто, ну, нравится так глянуть, посмотреть. Ну, блин, это что-то с чем-то. Это было реально очень круто. Вокруг все сделано здесь так. Большая территория вокруг аттракциона. Ну, конечно, вы видели, сколько всего это. Все очень много места занимает. Пар идет. Круто. Ну, круто, все круто. Это конкретный рекомендацион для посещения. Сделано, конечно, все очень качественно. Классно. Такой прям потертой космической пылью и бластерами. Ну что ж, не знаю, попробуем сейчас еще на один попасть. Ну, Кока-Кола такая прям, как там этот город в пустыне, этот бар был, где они там встречались и дрались с разными монстрами. Даже надпись, смотрите. Классно. Опа, он меня услыхал. Сейчас, если я что-нибудь не куплю, меня, по-моему, здесь побьют. В смысле, так тут даже продается в фирменной упаковке. Ха-ха, прикольно. Или нет? It feel like this? Yeah. Yeah? Oh. Wow, why not? I'd like one of this. Anything else for you today? No, thank you. Just the code's gonna be 6 a.m. Okay. У них даже программное обеспечение на приемниках для карт свое под «Звездные войны» стилизовано. Именно здесь такое. Ну что, реально прикольно. Кока-кола космическая. Thank you. Thank you. Блин, ну круто, круто. Сейчас я вам очередь покажу. Это только вон там заходят, где-то далеко. Чтобы вы понимали, это не в один ряд очередь. Она змейка идет туда-обратно, 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 туда-обратно. Идем, 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 идем. Короче, где-то вон там за углом далеко она заканчивается. А с пасом мы, ну, моментально зашли, прошли. Зай, космическая кола «Звездных войн». Она реально даже написана, смотри как. Там реально Кока-Кола. Классно. Крутяк. Всем доброго утра, друзья. Самого знаменитого, пожалуй, пляжа Лос-Анджелеса, Венес-Бич. По пути домой решили заскочить здесь пару часиков, побалдеть. Ну что, вчера мы не осилили уже больше ничего, сил не было. Решили оставить на следующую поездку аттракционов. Классно. Солнышка нет, не припекает. Вообще атмосферка огонь. Хотелось сказать про минусы. Плюсы все знают, минусы мало кто говорит. В общем, самый главный совет. Не езжайте ни в коем случае в выходные в Диснейленд. Билетов продают столько, сколько продастся, сколько возможно продать билетов, они все продают. Очереди по 3 часа на аттракционы, они все равно будут продавать билеты.
будет все битком, они будут продавать билеты. Поэтому даже в будни, вы видели, сколько народу в будни. Сегодня утром мы съезжали с отеля, отель рядом с Диснейлендом, проезжали мимо входа, очередь гигантская на вход. Поэтому суббота, воскресенье, совет, лучше туда не лезть, иначе вы там пойдете на пару аттракционов за весь день. Не брезгуйте байпасами, этими пасами, покупкой на троих $60 за день. Юзайте приложение, записывайтесь заранее на аттракционы, байпасы по времени приходите, и тогда вы нормально можете посетить нормальное количество аттракционов. Персонал тоже мы наслышаны были, что значок вешают ребенку день рождения, все его поздравляют, но нифига подобного. Несколько раз за день нам сказали happy birthday от персонала, мы услышали с улыбкой, а остальное все было по барабану. Персонажи эти, там, Мини Маус, Микки Маус, остальные персонажи, тоже было несколько разочарований, что ребенок подбегает, хочет сфотографироваться, взять автограф, обняться, а Мини Маус говорит, что извините, у меня сейчас обед, разворачивается и уходит, ребенок стоит, плачет в слезах, и такое было несколько раз за день. Ну, камон, блин, ребенок ехал сюда, мечтал сфотографироваться с Мини Маус, с Микки Маус, бежит радостный, видит, бежит радостный, она прям перед ней разворачивается, говорит, нет, у меня обед, все, ждите, когда с обеда приду, и тогда будем дальше фотографироваться. В общем, и такое было несколько раз за два дня. Тоже мало приятного расстройства ребенку. Электровелики. Ну, в общем, из минусов, наверное, и все. А так, если не ожидать чего-то такого от Диснейленда, особенно от персонала, пользоваться приложением, заранее бронировать посещение при помощи вот этого байпаса, или как он там правильно называется, паса, посещение на аттракционы, то в принципе будет нормально. Если это, конечно, не выходной день. Сейчас мы побалдеем тут пару часиков и едем домой. Всем спасибо. Едем дальше. Мы запустили все-таки воздушного змея. Вот он наш змей. Единорожек. Так далеко, да? Очень далеко вы его запустили. Классно. Почти вся, аккуратней. А все. Вот он у нас летает. Короче, только его отпускать нельзя. Его надо. Давай пойдем, он туда закрепим. Гоняет народ, чтобы не купались. А там дальше пирс Санта-Моники. Но нам аттракционов пока хватило. Будет что оставить на потом. А зачем ты сматываешь его? Пускай побалдеет, пока повисит в Рамбаконе. Я его сейчас привяжу туда, да и все. Все, ребенку уже не интересен змей. Уже клад копает. Сейчас объяснял людям. Короче, вон там можно купаться, а здесь нет. Здесь, видать, течение обратное утягивает в океан, поэтому он отсюда и гоняет. Уже второй раз за 10 минут пролетает, охраняет берег. Береговая охрана, смотрит, чтобы никто не утонул. Полотенце продают.
А что вы думали, можно на пляже продавать? Чершеву? У меня полотенце. Я не ожидал. Вон мороженое.